Тема открытия вытрезвителя на территории Саратовской области не снята ни в коей мере. Полностью Министерство здравоохранения работает над этой программой. Подобрано сейчас помещение в заводском районе. Проводим сейчас буквально все необходимые мероприятия для составления проектно-сметной документации. Оно рассчитано на 15-20 коек с персоналом. Напомню, что это не является медицинским учреждением, это социальное учреждение, где присутствуют медработники. Надеюсь, что при действиях успешных к концу года мы должны открыть это как бы учреждение, которое крайне необходимо для того, чтобы для самого даже пациента, который я так назову, который туда попадет, чтобы с ним ничего не случилось ни в холодное время года, ни с его здоровьем. Потому что там будут идти дифференциации. Например, в этом отрезвителе будут люди отрезвляться с нормальным, как бы, алкогольным опьянением. Слово «нормально» интересно, конечно, у меня самого звучит. С алкогольным опьянением. Там, где присутствует патология, которая требует медицинских действий, будут переводиться в медицинские учреждения. В настоящее время, да, в данном помещении находится там находится другое, да, учреждение, которому сейчас подобрано место переезда, где они ремонтируют и переедут более комфортабельное, по центральной, где им необходимо. А нам с таком устраивать совершенно то на том месте, потому что там есть площадка для парковки автомобилей, отделено от граждан, нет общих дворов, в которых могут встречаться жители там с определенными вещами. Это очень удобно.